Всем привет! Всем привет! Сегодня мы снимаем видео «Интуиция». Мы хотим проверить себя, как мы знаем друг друга. Да. Мы уже снимали такого плана видео, и нам написали комментарий, что снимайте такого плана видео еще. Мы решили сегодня снять вторую часть. Да? Нам папа подготовил вопросы. Давай нам свои вопросы. Мы эти вопросы ничего не знаем про них. Сейчас мы посмотрим. Надеюсь очень, что они какие-то нормальные. Сколько тут их? Ну, сейчас посмотрим. Я буду тянуть листик, мы будем тянуть по очереди, да? Я буду читать. Угу. Что-то там во рту потеряла. Вопрос или ответ ищешь? Ну, начинай, да. Давай, начинай. Может, ты? Давай я. Будем смотреть. О, ничего себе. Машина или велосипед? То есть ты должна ответить, на чем я люблю больше ездить? Я так поняла. А я должна ответить, на чем ты? Блин, что ты выбираешь, машину или велосипед? Тяжелый вопрос. Ты про меня, не про себя. Ой. Нужно думать, а я про тебя. Ты любишь ездить на машине. Нет. Что, велосипед выбираешь? Да. Да. Во-вторых, мне нету прав. А, ну нет, я имела в виду, мы папа за рулем куда-то едем на машине. А, ну да. Так машина или велосипед, что ты выбираешь? Я бы сказала велосипед. Я сказала машина. Ты выбираешь велосипед? Да. Значит, я 1-0 проиграла. Я на велосипеде. Давай следующий вопрос. Тяни ты. Я тоже умею ездить. Давай, тяни вопрос. А я же тебя не спросила, что ты. Ну скажи, что я больше люблю. Машина? Ну конечно. Я вообще на велосипеде не каталась, поэтому жизнь здесь не шансов нет. А? В детстве где-то там упала, больше я на него не садилась. А я в 5 лет за один день научилась. Это, наверное, редкость. Тяни теперь ты вопрос. Что там? Показываем. Вау! Пицца или суши? Что? Я знаю, что ты любишь больше. Ты любишь пиццы, ты суши вообще не ешь, ты на них говоришь «бе» и даже их не пробуешь, только на вид смотришь. А я их, поэтому... во-вторых, еще не видела в жизни. Я правильно ответила? Да. А во-вторых, я никогда их вообще не видела своими глазами. Как ты не видела, мы сколько ели их? Ты все время подходишь, говорю, попробуй это «бе» и не хочешь даже пробовать. А сколько ну, я правильно угадала, скажи. Ну, да. А я что больше люблю? Тяжелый. Ну, наверное, пицца. Пицца? Конечно, пицца. Мама все равно больше любит пиццу. Выбирает пиццу. Поэтому пока 1-0, я один вопрос проиграла с машиной и велосипедом. Ну и вопрос. Ну, папа, ты нам написал вопрос. Как ты спишь? На спине, на животе или на боку? Вот это да. Ну, я сплю по-разному. Я должна за тебя ответить. Как я тебя знаю. Юля спит на боку. А когда проспать по-другому вообще? А я как сплю? На спинке. Я на спине сплю, все правильно. Люди чаще спят на боку, там кто-то на животе, я сплю на спине. Когда мама ложится и когда я встаю, мама спит на спине. Да, кто тянул этот вопрос? Я, по-моему. Давай ты, очередь твоя теперь. Пара-па-па-па-ра-па-пам. Да, этот. Запутался. Так. Лимон или яблоко? Вопрос, лимон или яблоко? Я отвечаю за тебя. Давай. Яблоко любишь больше? Нет. Как нет? Ты же яблоки любишь, особенно зимой. А что, лимоны? Я лимоны съедаю день. Я знаю, что ты зиму можешь съесть и пол лимона, витамин С хочется. Не, ну я в день целый лимон съедаю. Ну, это редко. А я что люблю больше? Яблоко. Яблоко. Ты вообще не можешь лимон. Лимон, да, я иногда в чай только использую. Скребляй. Так, идем дальше, пока я проигрываю 1 балл. Тини. Ой. Вот он и нам попался. Смотрим, что-то он от нас убегал, посмотрим что-то. А, ну понятно, здесь зима или лето. Ну что тут может... Мам, ты точно, наверное, знаешь. Что я люблю? Выбираю. Лето, конечно, мама выбирает. И Юля выбирает лето. Нет. Это что, зиму? У нас снега нет зимой. В
чего зима? Ну, потому что у нас через год идем в Германию, и у нас никогда снега нет. Да, у нас снега нет, к сожалению. Потому... Но зимой, наверное, ты выбрала зиму из-за того, что елка и подарки. Да, и грузки. А, все понятно. Но я выбираю лето, тут мы правильно... Я ошиблась, 2-0? Да. Вообще, ну это... Так, ну давай дальше, тяни вопрос, этот упал я его, это был мой. Может, опять давай, какой-то давай. Упадет, слушайте, и я его выберу. Так. О, что мы любим носить, туфли, сандалии или кроссовки? Ой, ну здесь, что любит Юля носить больше всего? Я должна сама подумать. Ты про меня должна подумать. Подожди, я должна тебя знать, я же тебя проверяю, свою интуицию. Знаю я тебя? Я думаю, что ты любишь больше всего кроссовки. Это правильно. Правильно, а я? А что там есть? Туфли, сандалии или кроссовки? Сандали. Я сандали? Ну, летом да. Вообще кроссовки, когда-то раньше туфли носила. Кроссовки. Мы с этим никогда... Поэтому ты 1 балл. Два раза я проиграла. Сейчас летом? Ну ты же только в сандалиях ходишь. Ну да, сейчас лето, я ношу сандалии. Ну, в общем-то, чаще всего ношу кроссовки. Я поэтому 1 балл, у меня 2 балла. Я проигрываю на 1 балл. Я тебе? Тяни. А нет, ты ж. Я только... А, это твой был вопрос, да? Да. Ну, давай я любой беру, что тут у нас еще и... Ха! Мороженое или торт? Ну, угадывай. Можно я первая? За меня? Ты за меня говоришь. Что я люблю я больше всего? Торт. Торт? Потому что ты торт часто всегда ешь, когда мы покупаем, а мороженое никогда почти. Это очень редко. Знаешь, мама свою. Вот проверяем интуицию. А ты любишь больше всего мороженое. Ты не все тортики просто ешь. Ты по мороженому выступаешь. А я много... Я правильно ответила? Да. И вообще я не так часто ем какие-то торты. Вообще. Да, поэтому пока 1-2. Я только на день рождения ем. Давай идем дальше. Тяни вопрос. А я? А я не помню уже, кто тянул. Знаешь, что я проигрываю? Так. Вау! Любимая игрушка. Ну, сейчас у меня игрушек так нет. Ты у меня ребенок, моя игрушка. Вот. Я знаю твою любимую игрушку. Зайчик. Какой? Такой плюшевый, бежевого цвета, с кудряшками. Вообще нет. Как нет? А что? Ну, такие... Ну, я не знаю, ли ты знаешь сквиш. А сквиш ты больше любишь? Что я проигрываю 3-0? Вот так мы знаем друг друга. А я что больше люблю? Ты знаешь, чем я играла? Ну, игралась раньше в детстве. Я тебе когда-то рассказывала давным-давно. Сейчас, подожди, надо до будущее и прошлое, как оно. Ну, ты вроде рассказывала про куклы. Куклы, конечно. Когда-то не было столько игрушек, поэтому у меня были любимые куклы, играли дети в мое время больше куклы. Ну, ты же родилась там в 90-х годах. Чуть-чуть пораньше. Так, вот это вот твои игрушки сейчас любимые. У меня так вот что дети сейчас любят. Сквиши всякие, пожмякать что-то там. Ну, это не такие миленькие. Всякие у меня есть всякие. Еще вот такой желтый. Ну и еще такой один. Динозавр. Так у него, покажи, там шея тянется, наверное. О, какой. Вот это желтый. Ну так, давай мы по теме. Это мой. Давай тяни. Кто нас тянул вопрос? Пока счет 3-1. Все, давай, это ты. Давай ты. Так я ж тянула, давай ты. Давай. Ну, что, попалось-то почем? Попалось. Чипсы или печенье? Угадывай, что мама любит больше. Печенье. Печенье, это правильно. Ты я люблю печенье. Очень чипсы редко я берешь. Очень редко ем, это правильно. Очень редко, может, там 2 раза в год. А Юля выбирает, ну здесь сложно. Чипсы, я думаю. Ты просто все, по-моему, любишь. Я не знаю, что больше. Правильно. Чипсы? Да. Вот я сейчас думала, ну вот не знаю, я что больше люблю. Про чипсы больше вкусов ну, вот как люблю. Папа такой на вопрос хитрый сделал. Ну, пока все, это счет остается 1-3. Да. Тяни. Да. Давай, тяни. Давай, это. Ой, какой тут
Вновь в тему, в точку. YouTube мы смотрим больше, что мы любим смотреть больше, или мультики, там, программы по телевизору. Ну, тут вообще лихотня, ребят. Мам, я знаю, что Юля любит. Юля любит смотреть YouTube. Да? Правильно. Да, это точно. А я что люблю больше смотреть? Телевизор. Нет, я тоже смотрю больше YouTube. Да, это только я смотрю более такие программы, новости там всякое такое вот. Ну, по телевизору. Ты же по телевизору больше по телевизору смотришь. Ну, окей. Ты тоже, когда выставляешь видео, только смотришь YouTube. Ну, хорошо. Так, идем дальше. Половинка балла. Здесь как половинка? Ну, засчитываем тебе. Я-то думаю, только телевизор. 1-3 счет остается. Ты мне сказала телевизор, ну, в принципе, да, мы правда и смотрим телевизор тоже. Так, я тяну вопрос или ты? Ты. Я тяну вопрос. Ну ладно, он мне в руки попался, поэтому давай. Ты уже открыла? Ну это вообще. Какого цвета твоя зубная щетка? Ну вообще, это такой вопрос. Вот вы даже свою интуицию проверьте, кто там живет, парень с девушкой, или семья, может жить там 10-20 лет. Ну или сестричка с братиком. Бывают такие элементарные вещи друг о друге не знаешь, что действительно задумаешься. Каждый день проводишь время, а есть такие моменты, что ты можешь просто не ответить точно. Вот, например, вопрос там, кто сколько ложек ложит чая, ой, сахара в чай. Это тоже так не каждый ответит. Могут жить вместе много лет и не знать, да? Когда ты про это рассказывала, я думала, ну а сколько у тебя щеток? Тебя где-то 5-2 или сколько? Ну какого, почему? Ну просто я их меняю, раньше была одна, другая. Знаешь, какого цвета моя зубная щетка? Вообще нет. Нет? Голубая с белым? Нет, у меня оранжевая. Или оранжевая с белым? Оранжевая с белым сейчас. Но ты сказала голубая с белым. Поэтому 2-3. Мы еще мою пользу. Так, а твоя так счета? У нее щеток очень куча. Она в каждую неделю почти меняет. Поэтому я не знаю. Юрина зубная щетка желтая. Такая на ножках с розовым. Да. Ну там чуть-чуть до пальчиков. Ну желтая с розовым. Ну да, ну да, она вообще желтая. Угадала, мама, угадала. 3-2. Последний кажется, вопрос, тяни. Ты даже уже ничего не можешь. Ну, тут больше 10, по-моему, вопросов, поэтому да. Так. Достаточно на сегодня. Ну, это понятно. Фрукты или овощи. Что мама любит больше? Давай ты первая. Ну, ты фрукты, конечно. Что ты с овощей ешь? Картошку только? Нет, только помидоры и все. Ну, помидоры, огурчик не ешь, капусту не ешь, паприку не ешь, короче, морковку не ешь, ничего не ешь. А мама что любит больше? Я ничего не ем. Скажи, что я люблю больше. Знаешь или не знаешь? Овощи. Овощи. Я, наверное, овощи. Правильно. Ты ж ешь там баклажан. Фрукты я тоже люблю, но я люблю и овощи. Я даже арбуз не ем. Вот такой сегодня у нас получился челлендж. Да. Нравился вам, не понравился? Пишите нам комментарии, ставьте лайки, проверяйте себя, проверяйте свою интуицию, да. свою половину. Будет интересно. И всем пока. Всем пока и подписывайтесь на канал, ставьте лайки.